Суббота, конечная троллейбуса номер один. На остановке Еловики многолюдно, только вот вместо привычных пассажиров места в общественном транспорте, согласно купленным билетам, занимают Деды Морозы и Снегурочки. В этот вечер они буквально заполонили город. Здравствуйте, детишки, в платьях и штанишках. Новый год к нам пришел, и подарки я принес. Сейчас. Глянь, внучка, глянь, посмотри. Ого, какие вкусняшки. Дедушка, как год прошел, расскажите. Год прошел замечательно, с приключениями. Но будет еще лучше. 2020 не прошел бесследно и для героев сказок. В этом году практически все они остались без саней. Поэтому до главной елки персонажи добираются кто на чем может. За рулем троллейбусов, к слову, тоже водители в костюмах. Новогодний подарок. Для вас, да, такой? Да. А каково это вести целый салон Снегурочек и Дедов Морозов? Вот, наверное, интересно, очень ответственно. Это первый раз. Извините, нам надо ехать. На часах 16:30 двери закрываются. Следующая остановка – площадь Ленина. В колонне, которая движется по Минской, в сопровождении ГАИ украшенная спецтехника и тракторы. Внутри салонов атмосфера новогодняя. На протяжении всего маршрута участников костюмированного автопробега приветствуют горожане, машут руками и снимают все на свои смартфоны. Под впечатлением и дети, и взрослые. Ребята, так классно! Вы что? Посмотрите, даже снежок уже сыпет! Все подморозит. Каким был этот год для вас? Мы надеемся, что следующий будет намного лучше, и мы наконец-то снимем все маски. Всем здоровья! Избавиться наконец-то от коронавируса навсегда. На перекрестке Крыловой и Минской колонне еще подтягивается транспорт. Тут же сверкающие сани главного Деда Мороза и Снегурочки. По дороге участников пробега приветствуют и водители. После путешествия по городу сказочные персонажи прибывают в пункт назначения главной елки. Новым годом, друзья! На площади Ленина зимних героев встречают горожане целыми семьями. Здесь же к приезжим подтягиваются другие Деды Морозы и Снегурочки, которые добирались своим ходом. Внимание горожан привлекают главные символы Нового года. Настроение отличное. Хорошее, праздничное. Ведь впереди наступающий Новый год. Чего пожелаем нашим горожанам? Нашим горожанам пожелаем единственного благополучия, счастья, радости. Ну и, конечно, как всегда, Дед Мороз приносит подарки, то в этом случае прибыльный, чтобы год был. Я имею в виду денежный. Снегурочка, что пожелаете? Самое главное – здоровье, благополучие, хорошего настроения. Какие сегодня подарки горожанам подготовили? Есть что-то интересненькое? Ну, все полностью после торжественной церемонии будет большой праздничный концерт. Все в сборе, праздник начинается. Вокруг елки стартует шествие. После движется колонна организаций и спецслужб города. Затем начинается танцевальный флешмоб. Бразды правления праздника берет Дед Мороз. За окном стемнело, значит, пора зажигать елку. Александр Викторович, я проехал по всему городу Бобруйску и посмотрел. Город прекрасен, очень красив, красивые лампочки, елочки. И все бобруйчане готовятся к встрече Нового года. Я прошу вас дать разрешение зажечь нашу главную елку города. Здравствуй, Дедушка Мороз, дорогая Снегурочка, здравствуйте, дорогие друзья. Целый год мы вас ждали, и вы у нас здесь. Конечно, город готов к встрече Нового года. И, уважаемый Дедушка Мороз, зажги нашу красивую елочку. Очень хорошо, так и сделаем. Ну, давайте скажем, крикнем. Дедушка Мороз, зажигай елочку. Дедушка Мороз, зажигай елочку. Хорошо, все сделаем. А ну-ка, все вместе. Елка, елочка, возьми. Лука, елка, лепнись. Елка, всем нам улыбнись. И огнями загорись. Отвори и дозори. Новогодний свет горит. Теперь самое время для хоровода. К зимним персонажам присоединяются и обычные горожане. Танцуют под всеми любимую «В лесу родилась елочка».
на главной сцене «Бобруйска настроение» дарит коллективы города, жители не упускают возможность сделать фото на память, где еще встретить столько героев одновременно. Мы очень рады! Праздник самый лучший в 2020 году! Что больше всего понравилось? Как мы танцевали! Это было вообще классно! Хоровод мы водили! Как вам праздник? Рассказывайте. Очень хороший, интересный. А что понравилось? Все. Просто, особенно, когда Дедушки Морозы шли. Снегурочку видели? Да. Красивая, да? Да, очень. Ну а до Нового года тем временем остается 10 дней. Самое время поставить цели на 2021. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.